Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий, и давайте перед началом видео поиграем в Робин Гуда. Для этого нам нужно перейти на канал Хардкорные прохождения от Михаила, поставить подписаться и поставить колокольчик, не забываем на колокольчик, именно колокольчик, не забываем. Здесь парнишка проходит множество всяких разных игр, и все он проходит на хардкоре. Именно вот все он проходит на хардкоре. И это еще не все. Он проходит их на 100%. Все на хардкоре и все на 100%. Если вам нравятся серьезные хардкорные прохождения, вот, тогда вам сюда. На хардкорные прохождения от Михаила. Не забываем нажать здесь и нажать здесь. Вот здесь и вот здесь. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ну и ссылочка на канал будет в описании, внизу там. Всем привет! С вами Валерий, и это канал Валерий Хаус. Продолжаем проходить в бесплатных играх бесплатную игру. Бесплатную игру Отчужденный. Так, мы пришли здесь в какую-то... Короче, в какой-то пункт, где... Здесь вот такая тарелка большая. Большая тарелка спутниковая. Много каналов, наверное, ловит. Много, очень много. И я, в принципе, не знаю, что здесь сделать. Вот рили, я не знаю, что здесь сделать. Здесь вот есть кнопки. Так, здесь всякие штуки, да. Он там показывает, у нас нет сигнала. Активный. Что-то там активный и нет сигнала. Здесь у нас есть кнопки. Мы поворачиваем по-разному здесь нашу антенну вверх-вниз. Надо поймать, короче, наверное, сигнал с НЛО. Или с чем-то еще. Так, отсюда мы пришли. По-моему, нет. Я наврал, по-моему, нет, мы отсюда не пришли. Так, эта дверь у нас тоже закрыта. Окей, закрыта тоже дверька. Чувак у нас перестал бегать. Я не знаю, почему он перестал бегать. На тачке он не залазит. Давайте походим по окрестностям. Может, какая-то подсказка, может, какие-то координаты там у нас должны быть. Вот. Либо, я не знаю, как-то туда на нее залезть надо. Фиг знает. Ну, давайте пока походим, походим. Походим по окрестностям. Там у нас корабль разрушенный, потопленный. Кстати, у нас, смотрите, винтовочка, винтовочка, винтовочка. Да, хорошо. Так. Куда мы не ходили еще на прошлой серии? Здесь у нас вон всякие стульчики. Здесь я думал почему-то, что это проход, а это оказывается просто тень. Давайте подойдем к кораблю, может в корабле у нас что-то. У нас же чувак плавает, плавает. С кораблем тоже ни черта не делается, в принципе. Так, а мы можем там бить, не знаю, бить, бить, колотить. О! Нет, это не то. Так, видите, я вдали вижу корабль. Нам, я так полагаю, ну не знаю, это моя логика, сильно на нее не обращать внимания. Я думаю все равно, что надо вот эту антенну направить вон туда. Вон в тот корабль. Я думаю так. Но для начала давайте смотреть буйки. Буйки, мы здесь прошли, так ничего так, толком не посмотрели. А это что? Это у нас затопленный какой-то дзот, да, какой-то. Какой-то бункер. Так, олени рога. В воде у нас тоже нет. А что будет, если. А мы сможем доплыть до того корабля? Сможем ли мы доплыть до того корабля? Хрен. Хрен мы доплывем. Хрен мы доплывем. И я уперся в стену, в невидимую, как обычно, стену. Ладно. Пусть будет так. Пусть будет так, как он захочет. Так, мы... вышли из этой пещеры, да. Пещера с пиратами. Помните, да, там пещерка с пиратами. Там красная вода. Красная вода там.
Ну и в принципе все пусто. Пусто, здесь ничего, ни одного зомби. Ни вообще ни черта нет. Даже крабики не бегают. Окей, ладно. Возвращаемся к тарелке. Надо что-то делать с тарелкой. Почему у меня не бегает главный герой? Я вот этого не понимаю. Ну что? Красная вода ноги сожрала. Попробуем навести тарелку на корабль. Попробуем, да? Вот она нас смотрит вообще куда-то вправо. Нам надо ее повернуть. Что это? Это что? Птица? Птица ведет себя странно. Что с этой птицей не так? Ну-ка. О, полетела. Мы спасли птичку. Отлично. Отлично, мы спасли птичку. И она полетела куда-то в космос. Ладно. Перезарядим. Блин, какая быстрая перезарядка. Вот чего-чего в играх не хватает быстрой перезарядки. Учитесь. Учитесь. Учитесь большие игры. Вот у этой маленькой инди-игры, которой в раннем доступе. Все перезаряжается очень быстро. Вы только посмотрите, я просто кайфую. А, все. Больше мы не можем перезарядить. Патроны кончились просто. Ладно. Окей. Будем разбираться с тарелкой. Так. Клавиатура нам не нужна. Здесь может открыть Мальбора. Мауру. Чё? Маурлбо. Маурлбо. Молодцы. Маурлбо. Даже не выговорить такое. Оранж. Так, удаленное блокирование. Блокирование. Удаленное блокирование. Статус подавителя УВЧ сигналов активный. Так. Это как я сделал? Ладно. Ладно. Ну, ладно. Так, давайте попробуем направить антенну на корабль. Надо ее направить вон туда, чтобы она смотрела. Прямо. Ну-ка, поворачивай. Еще. Еще. Не нужно больше поворотов. Давай, 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 давай. Ты. В смысле? Антенна стоит на месте, в смысле? Куда ты поворачиваешь? Нет. Переборщил. Переборщил. Погоди. Неровно, неровно. Нихера неровно. Вот так. Вот так. Окей, вверх. А, вниз. Да, наверное, вот так. Но посмотрите, антенна там не двигается. Мы херней как-то пострадали, короче. Она как смотрела в небеса, так и смотрит в небеса. Так, ладно, а что делать? Мне теперь в дверь не попасть. Окей. Чё делать? Погоди, чё щелкнуло? Опа-на! Мы можем открыть серверную. Мы можем открыть серверную. Ха, прикол. Прикол. Мы можем все открыть и все закрыть. Прикол. Не ломается? Ломается! Да ну нахер! Это все. Ладно, раз у нас ничего не получается, давайте сломаем все к чертям. Подождите, что это? Радио? Алло, алло, слава богу, вам удалось. Есть там кто-нибудь? Это СОС, я повторяю, СОС. Кто-нибудь принимает? Остров опустошен. Корпорация Арпы прекратила передачу всех сообщений с острова. Нам немедленно нужна военная помощь.
Да ладно, мне надо было... Чего? Это береговая охрана Норвегии, сообщите свои координаты. Наши примерные координаты 72 градуса, 59 минут и 6 секунд США и 2 градуса, 51 минута и 54 секунды ВД. Окей. Окей. Он нам дал... Я должен вам сообщить. Рядом с вами ведутся активные правительственные оборонные действия. Мы запрашиваем разрешение, ожидайте. Ожидаю. Алло? Алло? Береговая охрана? Есть там кто-нибудь? Какое правительственное оборонительное действие? О чем вы говорите? Береговая охрана, вы там? Есть там кто-нибудь? Эй, возьмите кто-нибудь трубку. Трубку. Начать зачистку, убить всех наблюдателей. 72 градуса, 59 минут, 6 секунд, северной широты, градусы за минуты, налогом. Убирайтесь отсюда, все, кто это слушает. Начать зачистку. Понятно, короче, убираться надо. Валим. Это финал? Конец пока что. Скоро еще больше контента. Короче, друзья, вот такой внезапный финал. Внезапный финал. Но игра в раннем доступе, она еще пилится. Да, она еще делается. Значит, со временем будет добавляться, наверное, новые главы. Но, в принципе, слушайте, для бесплатного инди-проекта вполне очень даже интересный проект, в принципе. Мне даже как-то понравилось. Вот. Друзья. Ну что? Посмотрели вот такую игрушку. Может быть, в дальнейшем мы к ней вернемся, когда я увижу, что пришло обновление, там, да, допустим. Вот добавилась там новая глава. Мы ее сразу чпуньк и посмотрим на канале. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, ссылочки все внизу в описании, вот, оставляйте комментарии, если вам понравилось, и оставляйте комментарии, если вам не понравилось, мне очень интересно это все, вот. И с вами был Валерий, всем пока!